Так, доброе утро. Не выдержала и вот решила через неделю посмотреть, что с моими листиками. Сидят они нормально или, может быть, погибают. Не знаю, можно открывать, нельзя. Но я вот решила открыть и глянуть одним глазком, которые листики я садила. Проверим, что там получается. Вот листик. Он упругий. Я думаю, если бы он погибал бы, он бы, наверное, был мягкий. Не знаю, правильно, неправильно. Корешков, наверное, еще рано. Я смотрела в интернете. Вроде как месяц-полтора они прирастают. Но листочек твердый. Так, следующий смотрим. Значит, его назад запаковываем хорошенечко. И ставим на место. Так, завяжем на узелок в этот раз. Так, один мы посмотрели. У него все хорошо. Второй листочек. Как себя чувствует? Так, он тоже у нас получается. Листочек упругий. Держится плотненько. Вроде как все в норме. Тоже будем ждать дальше. Это уже радует. Я думаю, за неделю бы, если что-то не так, они бы начали погибать. Так, тоже завязываем. Не попадал туда вовсе. И вот тут у нас несколько цветочков было, листочков, будущих цветочков. Так, тут у нас вот листочек даже поднялся, был приплющенный. Так, этот у нас твердый листочек. Этот тоже тверденький. Это также. И вот этот также. В общем, они себя чувствуют. О, вроде как замечательно. Запаковываем тоже его. Хорошенечко. Смотрим потом еще через недельку, что будет. Не хочет завязываться. Это я все на место поставлю. Вот я еще прикупила себе фиалочек, уже деток подрощенных. Так, тут у меня написано Люси. И он посажен 2 февраля. По крайней мере, так написано. Так, где у меня камера? 2 февраля. Это получается за почти за год он вырос вот такой. Значит, они растут очень медленно, я так понимаю. Блю дракон. Драгон. Этот отросточек побольше, но тут не написано.
за какое время он таким вырос. Его, видимо, не подписали или забыли подписать. Но он почти такой же. И вот еще один. Такой бодренький весь. Красивенький. Он это у нас. Тирский пурпур. 27 января посажен. Ну, вот этот уже вырос. Он какой большой и хороший. Значит, нам надо ждать будет долго. Когда у нас листочки проклюнутся и хотя бы начнут давать лепесточки, росточки и расти. Ладно, будем ждать, надеяться, что это будет. Главное, чтобы они прижились и росли хорошо. Ладненько, это все убираем, ставим на место. Ждем дальнейших результатов. Ой, листочек у меня загнулся. Так, где он пойдет? Что-то там я наковыряла. Видимо, сдвинула. Ладно, это я сейчас поправлю все и поставлю на место. Всем пока. Смотрите, заходите. Комментируйте, что я делаю не так. До скорых встреч.